Спасите, помогите! Застрял! Всем привет! Вы на канале Бро Шоу Пэт. Пойду-ка я поем. Хорошо, покреплюсь. Скучно совсем. Чем бы заняться, а? Куда мои тапки делись? Бать, что произошло? Ты что ищешь? Какие тапки, а? Что ищу, а? Тапки не могу найти. Вот ты у меня охотник или кто ты, а? Ну, охотник, конечно, охотник еще какой. Хочешь, помогу? Что тебе делать? Шерлок, мои тапки, малыш, поможешь найти, а? А, только как же мне их найти? Это же надо запах этих тапок. О, придумал, слышь, бать, дай понюхай твои носки, они же воняют, как тапки. Не воняют они у меня. На, смотри. О, как воняют хорошо. Ты сейчас съешь мои носки. Да не съем, полежу. Тапки он найти хочет. Ну что, понюхал, а? Шерлок, Холмс, ищи мои, а? Тапки. Прикольно. Тапки по запаху моих носков найти. Ну, давай, Шерлок, вперед. Так, здесь нету. Ну-ка, да. О, снова носочки пахнут. Отличненько. Нету. Точно нету. Не отсюда запах идет. Это так его носки воняют на всюду, так кругу. Ой, как они хорошо пахнут. Ну, вернее, воняют. Ну, все понятно, здесь, наверное, и нету. Пойду-ка я в другом месте поищу. Так, а здесь-ка? А что здесь-то? Под столом, может, забыл? Ну-ка, загляну-ка я. Нет, что-то не вижу. Ладно. А, может, наверху? И туда же может положить, это ж бать. Не, вроде здесь нет. Ну, где же он их положил, а? Это ж попробуй найди. Воняет-то носками везде. Не везде, небось, бросает. И направо, и налево свои носки. О, кажется, запах здесь. Точно. А, я нашел тапок. Вот это круть, вот этот тапок. Ну-ка, попробую достать. Оп. Чё-то ничего, надо за батей бежать. Короче, пошел я бате говорить. Бать. Эй, батя, тебе тут кое-что рассказать хочу. Что, малыш, ты мне рассказать хочешь, а? Я твой тапок нашел, представляешь? Ишь, какой я молодец. Находится под низом, только под кроватью только. Иди показывай, где ты мой один тапок нашел. Пошли, иди, ищи, показывай. Ну идем. Ну показывай, где? Показывай, где ты сюда его? Сюда иди, за мной. Вот там? Сюда. Ну пошли. Заходи. Наклоняйся. Смотри, видишь где? Что там, малыш? О, точно, кто его сюда дел? Ну, я думаю, ты. Ты молодец какой. Кто же еще кроме тебя мог деть? О, как они хорошо пахнут. Съел бы эти тапки. Класс. Ты что туда кладешь, что они так пахнут? Нормалек нашел один. Ну, все, ходи. Ходи, радуйся. Шерлок, а где второй тогда? Надо искать. Что, еще второй искать? Не, ну, бать, ты, конечно, припух. Еще второй, ну ладно, пойду поищу. Ну ты, я бы точно искал его тут полдня. Как он его быстро нашел, а? Так, здесь нету. Где же, ну, может, я плохо посмотрел, еще раз посмотрю. Сверху тоже нету, ладно, может, снизу? Нет, точняк нету. Куда ж-то можно было положить, а? Запах уходит отсюда. Похоже, не здесь. Ладно, пойду-ка я в другое, наверное, место. Все, пошел я в другое место искать. Где же? О! Так, может, вот здесь? Ну-ка, здесь посмотрим под кроватью. Может, он сюда заволок его? Ну-ка. Так, не вижу. Пыль сплошная. Только к ушам прилипает. Ладно, хоть помою пол. О, вот, кажется, я нашел то, что искали. Бать, а ну, смотри, бать. Второй нашел тапок. Вот это запах в тапке, вот это круто. Батя, беги скорее.
А где он, тут лежал? Ага. Ты молодец вообще. Да, какой я молодец. Класс. Второй нашел. Ай, ты мой Шерлок, сэкономил мне кучу времени. Поехал я в баню. Это теперь косточка с тебя. Это же две косточки. А может, три. Крутой детектив, правда, бать? Ну, детектив до сих пор. Не, лучше сыщик ты у нас. О, хорошо нашел. Молодец. Вот сейчас лежу и думаю, заметит ли Батяня, что я сожрал все его вкуснейшие конфеты. Что-то сладенького так захотелось. Ой, Батяня идет. Шерлок. Походу засек. Шерлок, это что такое? Что значит такое? Что не видишь, не кажется? Ты что, наглая рожа, все конфеты съел? А? Ну почему сразу наглая рожа? Рожа, между прочим, милая. А съел? Ну да, съел. Хочешь, могу с тобой еще потерь поделиться. Выплюнуть? Покажи, что жрешь, Шерлок. Походу засек, что не только конфеты я жрикал. Ты опять говна нажрался, Шерлок? Ну почему сразу говно? Что, правда пахнет, да? Ты сегодня зубы чистил? Ой, зубы? А что такое зубы? Я не знаю, что такое зубы. Хвост знаю, уши знаю. Так, лапы знаю. Когти знаю. А зубы не знаю. Зубы не знаешь, что такое? А вот это вот чем? Что только что жевал, а? Вот это вот что у тебя? А? Чем пытаешься меня укусить? Вот это вот что? Вот это вот что? Ну так, бать, так это жевалки, ты что, не знаешь? Какие жевалки, а? Жевалки, правильно называть, жевалки. А те, что во рту, твердые, беленькие, ну или как у меня, коричнево-серенькие, жевалки. Это называется зубы. 4 месяца и до сих пор не знаешь, что зубы надо чистить, а? Чего делать с зубами? Чистить? Знаю, картошку чистить надо, да. Обувь нужно чистить, да. А зубы чистить? Зачем? Я же моюсь. Дай лучше пару конфет. На. В мусорку занеси. Неси в мусорку. Дай проверим, может, что-то еще завалялось, а? Шерлок, там точно не мусорка. Ну-ка, неси в мусорку. Я тебе что, нанимался? А вообще, пошли, пока дети не пришли домой, зубы с тобой чистить. Это я выдержал твой запах, Ан. Они точно не выдержат. Давай. Ой, что-то мне стрёмно тебе зубы чистить. Это что, ножом, как картошку? О, пап, а куда ты Шерлока несешь? Фу, папа, это от кого так воняет? Это Арсений, от тебя, наверное, воняет, фу. Ты когда последний раз эти, как там их, жвалки, зубы чистил, а? Ну, видишь, он рассказывает тут сказки, да. Слушай, понюхай, как от тебя воняет. От меня, между прочим, пахнет родным. Шерлок, фу! Идем зубы чистить, пошли помогать будет. Фу, Шерлок, от тебя воняет! Папа, а что, он раньше никогда зубы не чистил? Ой, наверное, не чистил Арсений. Давай, папа, его на операционный стол. Арсень, я его держу вот так. Без лап, Шерлок, без лап. Ой, да вы только аккуратно, то жевалки мои сотрете. Маленькими стану. Чем я тогда жевать буду, а? Арсень, ты смотри. Ух ты, ничего себе агрегат. Ух ты, он волосатый. Давай. Нормально. Смотри аккуратно, я тебе повторяю. Смотри аккуратно с моими жевалками. Это лучше, Шерлок, чем твои. Говняки. Ха-хаки. Давай, Арсень, с другой. Ай, как щекотно. Эй, Арсений, щекотно говорю. Она-то вкусная, эта щетка. Я бы все съел. Ну-ка, Арсень, добавь ко мне тут сверху помадки. Или как там, кремик. Что там вкуснятиное? Или начинка какая, а? Слышь, говорю, добавь, говорю, вкусняхи, а? Хватит. Как же вкусно. Что ж вы раньше от меня такую вкуснятину скрывали? Сами небось я килограммами ели, а мне-то Шерлоку-то малышу красивому скрывали, да? Ну что, Арсень, почистил? Весь облизывается, вкусно! Ну-ка улыбнись, рожа, покажись. Арсений, ну-ка мне, чтоб я видел его. Давай морду. Нормально, уже хоть нету желто-коричневого налета, блин. Пошли. Ну все, теперь я буду чистить.
зубы каждый день. По 20 раз на день, когда такую вкусняху дают просто. Понравилось? Иду, я ему поражаюсь. Зубная паста мятная, понравилась. Тихо, что он говорит тут еще?